Громкое дело. Член Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов ответит в суде за серию изнасилований женщины несовершеннолетних, а также за убийство 15-летней девочки. Известно, что самой младшей жертве было 12 лет. Одна из потерпевших обратилась к нему как к адвокату за оказание юридической помощи и была подвергнута насилию. Всего подсудимому предъявляется обвинение по 30 эпизодам. Также в ходе следствия были установлены еще один соучастник адвоката. Объем уголовного дела составил 52 тома.